Скажите, вы отказываетесь комментировать происходящее? Отказываюсь. 8 июня в вечернее время в целях продажи своего телефона я встретилась с молодым человеком в городе Ангарск на улице Сибирская, 34. Он осмотрел телефон, после чего расплатился со мной 13 пятитысячными купюрами. На месте я осмотрела их на подлинность и сразу поехала в отделение банка. После того, как банкомат несколько раз не принял эти купюры, я заподозрила, что они фальшивые. Сразу обратилась в отделение полиции и написала заявление.